Hey. Первые дни меня часто обижали, перед девушками меня унижали. Но я не был способен их победить, но в душе хотел отомстить. Сказал в своем районе драки, где можно было научиться веселее. Сказали, что в нашем школе есть борьба на звание джиу-джитсу. Через неделю я там записался. Жимание, растяжка, просто приседание. Но техника я очень старался. Прошло 4 месяца, и я стал мощнее. Они тут встречаются со мной, не зная, что я сильнее. Всех за минуту уложил, до крови их избил. Вот так им отомстил. Эй, учи джиу-джитсу, ведь это круто. Все приемы ты делаешь тупо. Захваты, удержания, броски. Убираю с головы все печали и тоски. Ельдо Захамухи, Тахай, мои учителя. Остальные ученики, все мои друзья. Держимся вместе, ведь это правда. На улице бежим по утрам с скоростью гепарда. Силы наши равны, вместе мы крепки, силы нам нужны. Все эти годы тратим на тренировки, чтобы быть будущим чемпионом. Благодарю всем на тренировках за то, что научили одолеть свой страх. Одолеть свой страх. Наши техники сильнее других. Мы не бросаем в беду своих. Джиу-джитсу – символ нашей жизни, и всегда мы на небесах. Мы никогда не спустимся вниз, ведь мы берем вызов лучших. Мы их побеждаем, уничтожаем. Всегда мы на высоте, думаем о победе.